Или вы, типа, вы сами знали? Наташа, наш фибовский ДС и еще голосовые какие-то ДС разъебали админы, которых сняли. Так. Нихуя себе. Типа админов, которых забанили, разъебали диск. Ну это жестко, это жестко. У Кайна на стриме началось с утра. Сегодня, получается, да? Пиздец. Из которой я хочу провести всю остальную. Бля, ебать. Ксюша на поцелуй вилла. Трейси навсегда? Нет. Трейси разбанят через час. Я себе девочек цепляю красивых, в отличие от тебя, Эмэз. Не, ну выглядит это, конечно, прикольно. Со стороны, наверное, еще прикольнее. Саша Гоф назад. Саша Гоф назад. Саша Гоф назад. Чё он поет Саша год назад? Так это смотрели? Нет. Right. Ты с кем-то другим смотрел? Я сейчас не смотрела это. Сука! Никогда ничего не видел. Саша Говназар? А, понял. Та-дам! Ой, только звук у микрофона. Бля, чё так мало? Даже у меня было 121 в прошлом году, и в этом году у меня было 116. Сосать, лохи. Блять, что? Что нахуй? Окей. Ладно. Бывает и такое. Деградировал. Пеструфок ушел, моя жизнь потеряла смысл, братуха. Понимаешь, ни денег, ни девочек, ни славы, ни любви. Блин, вот я сейчас Subway типа хочу заказать, а я же сейчас не смогу Subway кушать. Как мне сейчас Subway кушать? Что мне теперь делать, братуха, с такой жизнью, я не знаю. Искать нового человека, который даст денег. И теперь военное положение в чатах, все фибы и ПДшники ездят по гетто и дэмят. Че за пиздец? И как теперь играть на серве? Че, пацаны, уходим? С файвстара, значит, да? Сейчас будет тестом по ICQ верить. Да я не верю, просто интересно и все. Зубы болят, ну, когда надкусываешь. Рейдж? Нет, я не уйду на рейдж. Не, говорю, появится хорошая альтернатива, свалим, ребят, сделаем контент охуенный, начнемся заново, будут охуенные. Мне еще не хватает. Сюда! Побал? Что? НТ. Блять. Охуели, что ли, совсем? Ля, какая попка. Я на попу смотрю. Серёги нет дома! Да, прям. Нельзя так трениться, что вот прям вот ты умираешь. Ты типа у тебя же не успевают восстанавливаться мышцы для следующей тренировки. Он, наверное, быстрее так, не разбирается. Налево, 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 налево. Все, поворачиваю. Вот эта хуйня, вот эта маленькая, блядь, я острова ебаная. Паруса направо. Так, стоп, меня что-то выкинуло с руля, алло. Что такое скинул меня дисбаланс? Руля, блядь, алло! Что? А мы утонули. Чё? Мы утонули. Как, блядь? В смысле мы утонули? А как это?
Найс, мы забухали, ебать! Да, набухался, блин, испортил всем праздник. Так, Ломака, а ты починил корабль, когда я тебе сказал, почини, пока не набухался? Да, я починил, досочку забил. Привет, ребят, привет! Они выпили, по 2, а 4, ты понимаешь, как ковы сейчас? Ты там машешь, блядь. В смысле, блядь, а чё, помахать нельзя, что ли? Ты чё, блядь, орёшь-то, ебать? Вроде наоборот, это плюс, если болит, значит тело качается. Ну, болит, если тело... Ну, да, понятно, но не настолько сильно, что ты не можешь встать или сесть. Нельзя так заниматься, нельзя. Это знаешь, как вот я сейчас нихуя не приседаю и начну сейчас приседать 50 раз. И у меня завтра... У меня так было, кстати. Я на стриме как-то начала выёбываться, начала приседать... Что-то я присела 45 раз, по-моему. Вот с нихуя. И у меня жопа потом отвалилась ногами, я ходить типа не могла. Нельзя так заниматься. Нужно постепенно, чтобы мышцы успевали зарегулироваться. Нихуя себе, блядь, вот это. У меня у кента было день рождения несколько дней назад. После первой тренировки зашел туда к нему. У меня ничего не болело. Ну, типа, болело, но не так сильно, что... Купил в ритуале несколько там приколов. Я ходить не могу, повернуться и т.д. Маску там, масочку, короче говоря. Я начинаю ему дарить там, ну, там, для губ это, ну, мазь нормальная. И тип один говорит, слышишь? Слышишь, говорит... Он не гей. Я такой стою и говорю, бля, прикинь, а там все сидят. Там его мать сидит, понял, за столом. Все сидят, девушка. И я, короче, вот начинаю такие. Орать. Я, короче, начинаю орать, в смысле не гей, да, блядь? А чё тогда в Абакане? Хоба меньше, чем 3. Хоба! 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 Спасибо большое за 100 рублей. Дай бог тебе здоровья. Скажи, это русской мафии, там никого не бьет, скажет 250 приседай, значит приседай. Ну, вы же мужики и какой-то, не знаю. Было тогда, и никто не понял, что я угораю, все смотрят, типа, что у нас в Абакане было. А я мафия, армия, блядь, армия. Армия. У меня уже РП головного мозга, извините, ребят. Я стою в ахуе, думаю, зачем я это ляпнул, я же не на стрим. Спасибо большое за саб. Как Миклуди? Миклайт? Майклуди? Майклайт? Моя жизнь. Просто кайф. Спасибо большое тебе за сабку. Бля, кринж. Не могу нормально прочитать ник. Никогда не могла нормально прочитать ник. Я обещал. А, понял. Это ты вчерашний, которого я поднимала, чел. Ты меня, главное, не стрим-снайпи и не стрим-снайпи с грабежом, ладно? А то тебя забанить могут. Блин, что за шутка дебильная? Все в ахуе думают, что у нас с ним в Абакане было, почему я разъярился, что тип не гей. Один Дэн ржет, как ебаный, где-то, понял? Там стоит, ржет, блядь, ухахатывается. Ассаламу алейкум, братья и сестры. Ассаламу алейкум. Ассалам, брат. Ее найдет Зелимхан и, извиняться, блядь, заставит. Да, сестра, всем здравствуйте, всем добра. Всем здоровья, всего самого наилучшего. Минус котик. Его Зелимхан найдет. Ой, ебать. Минус звук, пацаны, чё, ебать. Да, причём сармат? Ты сармата видел? Ты сармата видел? Походу, нет. Бля, вот именно такой там звук, ты ушла в лучшую игру. Да юки, ясно, короче. Привет, кстати. Блять. No open have been left. Альта в 4 нахуй. Одну игру пройти. Она офигенная. Она офигенная. Она очень лайтовая, но я понимаю, что... Офигенная. Не в ахуе. Она раз ржет с этого доната. Вот как ей не задонят, по-моему, вот на это, на оповещение с Зуксом, она постоянно рофлит, по-моему. Это достойно не то, что бедрума, блять. Это я хуй знаю, 2-3 выпусков просто
20-30 минут, как я сижу и просто охуеваю от одной, блядь, петлички. У чувака 10 миллионов подписчиков, нахуй. У него висит петличка, блядь, петличка. Все нахуй. Я все, блядь. Реально, я реально, у меня что-то, я пиздец. У меня... Я пойду водички налью, ребят, это какой-то пиздец. Я давно так не охуевал. У меня... Я как-то, короче, ты в этот... Была... Кристина. Ты как-то была... В нарезке, я такая, о, Кристиночка! И ты всем начали спамить вот так вот просто. Это нормально, да? Это типа дефолт, да, вот когда вот так вот спамят, когда я говорю, Кристиночка! Это Кристиночка! Вообще, в принципе, уже атрофировались ощущения и чувства, когда я смотрю тренды. Мне реально как бы особо похуй то, что происходит. Но это просто пиздец. Это просто пиздец. Я вынужден, блядь, пойти попить воды, налить себе, блядь. И досмотреть эту хуету до конца, просто потому что, блядь, господи, Иисусе, нахуй, неужели это реальность, блядь, я живу, да, в этом мире, блядь, ты, да. Капец. Какого хуя? Не, мне вообще, неужели я не могу губу отпустить, понимаешь, она у меня маленькая. Сука, набирать такие просмотры, блядь, 10 миллионов. Ты что такие хочешь? Да вы чё, ёбнешься, нахуй? Про брекеты, да. Походу, да не, у него вроде нормальные зубы, ровные. Шторка для губы. Ну вот я улыбаюсь, типа она поднимается и все, мне больно ее отпустить. Я улыбаюсь как додик. Я их носила 2 года, да ладно. Блять! Ебать! Все, нахуй, больше не играю с этой хуйней. Когда на нижней стадии будут 2 сентября. Из новостей. Дорогие мои, мы должны принять меры. Почему нормальных стримеров осталось так мало? Мы должны с этим что-то сделать. Я считаю, что первое, что мы должны сделать... Поддерживаю. Ввести форму на Twitch. Ура! 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 Как в гимназиях, как в школах. Господа, что вы думаете об этом? Поддерживаю, поддерживаю. Поддерживаю, Виолетта. Я считаю, долой! Долой! Долой все майки, долой! И шорты! Долой! Пиджаки и кофты. Поддерживаю. Брюки и согласна. Штаны. Согласна. Ура! Мы нашли своего победителя. Да, ну типа, оп, ладно, тут еще понятно. Но типа, чтоб вот тут, бля, как это, бля? Сдвигаешь. Что он делает? Как это, блядь, происходит, нахуй? Вот так, типа, стоишь и, блядь, серьезно? А шу большую попу. Мне нужна большая попа. Лучше бы молчал. Ты так нравишься мальчику? В смысле? Не. У нас на работе, в институте есть девочка-методист. У нее такая большая попа. Она не комплексует, нормально. Она говорит, это нравится мальчикам. Такая попа большая. Ну, она, я она, знаешь, у нее такая фигура, вот такая прямо. Это же ужас. И да ты такой хочешь? Да. Да ты что? Я хочу попу большую. I am fucking monster! I'm not a monster! Monster! Yeah! Are you scary? You scare me! Кикт. А за что? Я не знаю, насколько для тебя эта информация будет полезна, но я прям... Блять! Мальчик мой. Сука, я бы... Жигули. Ёб твою мать! Сука, блядь! Нет! Айфон, блядь! Что такое шугаринг? Загугли. Писька, гы. Интересно, а если бы я показала вам... Все, понял. Спасибо еще за 91 рубль. Спасибо, сладкий. Я отправлю тебе.
Пацана плюс чат, кто... Ну, бля, к деньгам, так к деньгам. Пойти рад бога. Всем удачи, всем пока. Всем удачи, всем пока. Пол. Нельзя играть. В курсе? Правила читали? Я сказала, руки из машины вышли за голову. Правила читали? Руки из машины вышли за голову. Я сказала, руки из машины, руки за голову. Сори, у меня язык заплетается, у меня была охуенная речь в голове, я думаю, так много у кого, но потом она просто... Бла-б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 ла. Очень интересно, спасибо. Юранус, ты любимый стример сия Твича. Моего.